Россия собирается лишить социальной помощи пенсионеров, которые проживают на территории террористических ЛНР, ДНР. Но при этом помощь они получают из украинского бюджета. Об этом сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его информации, Пенсионный фонд России запросил у украинских властей данные о таких гражданах. По мнению Туки, это свидетельствует о сворачивании Москвой финансирования программ соцпомощи на временно оккупированных украинских территориях. Це цілком, з моєї точки зору, накладається на дії Росії за останній період, коли скорочуються, максимально скорочуються всі видатки, в тому числі і на утримання тих так званих ОРДЛО і на фінансування життєзабезпечення Кримського півострова. До чого це може призвести? Ну, скоріш за все, до, ну, можна сказати, вимирання території.